Прошу прощения, контрольный счет палаты хочет выступить с сообщением. Контрольный счет палаты считает своим долгом проинформировать администрацию факта грубого вмешательства в ее вопросы профессиональной и производственной хозяйственной самостоятельности. Происходящее можно квалифицировать как силовое противодействие нашей организационной и функциональной независимости, выражающейся в создании сознательного информационного вакуума вокруг контрольной счетной палаты, имеет следующие формы проявления. Полный выход из строя уже на протяжении более недели, подключение нас от компьютерной сети и от всех ее приложений. Вследствие чего специалисты контрольной счетной палаты оказались отрезаны от всех внешней коммуникации, включая органы электронной почты, профессиональной справочной информационной системы, межведомственные электронные документы, оборот, связь казначейства, налоговой инспекции и другие. Участились случаи таинственного исчезновения пропажных документов из межведомственной системы электронного документа оборот и появления в наш адрес документов от администрации, датированных более ранними периодами. Систематическое непредставление срока администрации Город Красноармейска опрашиваем сведения и информации. Выход из строя компьютерной офисной техники и невозможности его ремонта. Обращение в адрес администрации не возымеет их последствий. Создание хорошо организованных продуманных мер противодействия освоения с нашей сметы, выражающейся сознательным затягиванием процедуры необходимых закупок, а также решение откровенных срывов закупок, завершить 12 числа прошлой недели. Сообщаю, что мы последовательно прошли все этапы закупки. И после окончания срока закупки все было в соответствии. Но уже ночью того же дня по каким-то непонятным причинам произошло вторжение, возможно, хакерского происхождения, для чего произошел незаконный сброс в систему явно заказного предложения в размере стихотворной низкой суммы закупок от неизвестного лица. И в итоге наша закупка по привлечению экспертов была сорвана. Об этом было заявлено мне, соответственно, и первому заместителю главы Петрову Михаилу Алексеевичу и руководителю ЦГР. Проведена наша консультация с специалистами в сфере информационной технологии и коммуникации позволит получить довольно однозначный профессиональный ответ. На сегодняшний день на компьютерном рынке незаконных услуг действует группа профессиональных хакеров, способных практически без следов взламывать практически любые защищенные электронные базы данных. Поэтому вмешательство такой системы, как МСЭТ, электронные магазины и подобные, большие, проблемы для них не возникают. О чем это говорит? Контроль счета считал следующее. На сегодняшний день в администрации вопросы информационной и компьютерной безопасности находятся на недопустимом уровне. Более того, откровенное хакерское вмешательство системы закупок контрольной счетной палаты продемонстрировало отсутствие защищенных процедур закупок, функциональную ответственность за контроль счета НКУ ЦГР. Контрольная счетная палата, что после прошедшего инцидента нет никакой уверенности в успешности и законности процедур отбора поставщиков для городских нужд, проводимых ЦГР на протяжении последних 6-9 месяцев. Контрольная счетная палата выражает недоверие действиям сотрудников МКУ ЦГНР, уполномоченных начать процедуру профессионального отбора лиц, участвующих в проведении конкурсных процедур, как частных лиц, так и организаций. Это официальное заявление контрольной счетной палаты. Прошу всех принимать это. Спасибо. Ну, я, наверное, отвечу.